Продолжаем. Хочу ускорение купить побыстрее. Вот! Отлично! Отлично! Супер, блин! Вот это я ждал. Yes. Ну чё? Three, two, one, boost! Yeah! Three, two, one, boost! Yeah! Yeah, fuck yeah! Three, two, one, boost! Нет, нет! А, вот, я нажимал на кнопку, почему-то не сработало, это было, блин, облом, нахуй. А, она должна накопиться, я забыл, блин. Она должна накопиться, потом я ее снова смогу использовать. Вот, теперь могу. Three, two, one, boost, yeah. Теперь вот так. Опа. Короче, да, следующая миссия. А, ну-ка, а я в гараже могу, я... В гараже могу купить, наверное, сейчас ускорение. В смысле, чтобы у меня еще больше буст был. Вот, апгрейд. Ability bar size. По-моему, вот это, или нет? А, у меня денег не хватит сейчас. У меня 7 тысяч, это стоит 20 тысяч. Вот ability bar size, по-моему, это как раз буст будет увеличиваться. Да, будет буст увеличиваться. То есть полоска будет длиннее. Можно будет дольше ехать на высокой скорости. В общем, пока ничего не могу купить, потому что это все очень дорого. Так, а что у нас насчет машин? Это нужно гараж другой купить. Понятно. Ну что, пока деньги тратить не будем, оставим. Челленджес. 0 из 30. Это, по-моему, синие, что ли, да, надо выполнять. А я выполняю пока только основные миссии. Так. Быстрее, быстрее давай. Долго, блин. Потом повыше можно будет, быстрее. Вот это еще. Вот, пробуй! Вот это из демо-версии. Я. Бля, мне жарко стало, нахуй. Ох. Надо рубашку снять. Это было холодно, я окна закрыл, нахуй. Было холодно утром. Ну, днем, вечером. А сейчас тепло. Play. Вот это пробуй из демки. Я это уже 100 раз сказал, да. Ну чё, кто не играл в демо-версию, тот не знает, а кто играл, тот помнит. I'm just like floating above it all. Standard near-death experience, huh? Yeah, right. The next time it happened, I could sort of pick a body. And wham! I'm inside them. Like I'm driving as usual, but I look in the rearview mirror. And I see this strange chick looking back at me. I realize I'm in the body of a girl. Damn donut. Then I'm taking you to a shrink. I'm serious. This is real. What? This is happening. Типа он ему не верит, сейчас он будет ему доказывать, типа то, что это правда, что он действительно так умеет. But if I'm less than 100% convinced, I'm checking you in. Done. Yeah, сейчас погнали. Вот эту машину. Можно будет... Можно будет купить только в самом-самом... после того, как ты все миссии выполнишь основные. Я знаю, что надо сделать. Надо в него переместиться. Теперь надо прыгнуть. Вот здесь надо прыгнуть. Так, теперь что надо? Я промахнулся, пидор. Так, теперь нужно... Так. Теперь надо будет от ментов отрываться. Блять, не мешай мне, ёпта! Где менты?
Да блин, не то. Да блин, я уже перемещался в него. Я только что в нем был, нахуй. Во, теперь надо винта. Я тормоз. Вот теперь да. Теперь надо отрываться от копов. Ля-ля-ля. Ох, ёпта. У меня есть ускорение, суки. Правда, оно еще не такое мощное, но хоть что-то. Горки-горки! Во-во-во! Не, они прям за мной едут, я не отра... Да. Да блин, сука! Давай-давай, гоним-гоним! Только вроде оторвался, да, и опять заново нахуй. Вот это меня бесит, сука! Во, сейчас надо далеко отъехать от них. Газуй, газуй! Газуй, 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 газуй! Ура, блядь! Отлично! Еще, еще газуй! Да-да-да-да-да-да! Ну чё, давай, я хочу следующую миссию. Бля, опять этот пидор. Он уже весь помятый. Теперь надо к тачке пристыковаться. Если я эту тачку разобью, все, миссия будет провалена, так что надо аккуратнее. Вот как я, блядь, к нему пристыкуюсь, когда он за зону выехал, сука? Он еще едет. Он в него... Они друг друга врезались, вот пидоры. Прикольно. Ну чё? Вот, всё, да, отлично. Continue. Brrr. There's no part of me that wants to believe what I just saw. Yeah, but you saw it. I'm not losing my mind. It's real. Yeah, it looked that way. Нормально все, круто. Man, so, let me get this straight. Will you step into a fine-looking lady? I keep my hands on the wheel. Yeah. All right. Get back to work. Yeah, давайте еще миссии хочу. Да, денежки, денежки мои. Так повернуться можно. У меня стрелки же поворачивают. Блин, дерьмище. Я точно помню, что стрелки поворачивают камеру. Вот, look left, look right. Или shift mod здесь, наверное. Нет. Поворачивают цифры нам. Я просто на нам клавиатуре тоже поставил управление, потому что тут же мышкой нельзя управлять. Вот у меня нам клавиатура тоже управляется. Тут цифры стоят. 1 и 3. Во. Вот так можно. И можно вот так, и вот так. Так, breaking news. Блин. Вот эта дерьмовая миссия. Тут, короче, надо... В определенной зоне вот этот
фургон, он типа снимать будет, типа на пленку, и нужно будет в определенной зоне выполнять определенные трюки. Ну это мне не очень нравится, но придется пройти, в принципе, эту миссию, да? Вот. Вот. We got no filming permit for this street, Murray. Let's get to the agreed location. Yeah. А можно разгоняться, а можно и бриздаться. Do you know something I don't? Just keep your camera rolling, Jeff. It's Jack. This better be good. Джек, какая разница, один хуй. Погнали, блин, быстрее, я не хочу эту миссию, нахуй. Вот. И вот здесь они типа будут снимать сейчас, и нужно будет в этой зоне выполнять трюки. Вот синим обозначена зона, в которой надо выполнять трюки, да. Так, нужна тачка. Такси, она вроде медленная. Блин, нет больше никого. Тогда такси, нет, есть еще кто-то. Сейчас нужно будет отъехать немножко. Нужно дистанцию проехать, поэтому мы сейчас отъехали. И вот мы проезжаем эту дистанцию и заезжаем в нужную зону. Вот, едем. Вот еще недостаточно было. А, наоборот. Не, я не так сделал. Я просто думаю, что чем дольше ты дистанцию проедешь, тем лучше. А получилось наоборот, поэтому я тогда и отъехал далеко. Я знаю, надо дистанция 100 метров, но, блядь, в какую сторону, блин? Ну да. Я думаю... Я перепутал, оказывается, нужно, чтобы была скорость более чем 100 метров, а не дистанция, блядь. Нужна скорость. Блядь, я лох. Я думал, что нужно проехать 100 метров, то есть дистанцию 100 метров, а нужно, чтобы была скорость 100 метров в час и больше. Поэтому я правильно сделал, что я вначале отъехал. Блин, вот дерьмо, нахуй. Пипец. Я говорю, я эти миссии не люблю, блин. Сейчас надо разогнать. Ну такси дерьмо, такси дерьмо. Во, получилось. У нее скорость галимая, блин. Теперь дрифт нужно. Дрифт можно на этой. Дрифт это как в Need for Speed. Дрифт это круто. Что-то не получилось, нахуй. Сейчас сделаем. Сейчас надо разогнаться. В Need for Speed там тоже сначала разгоняешься, потом делаешь дрифт. Тогда лучше получается. Блин, да отъебись, я хочу разогнаться, пидор. Вот сюда. Во. Во. Бум. Ага, это врезаться в кого-то, это тоже нормально так. Вот эта тачка быстрая. Вот она быстрая, на ней потом будет миссия, где нужно гонку выиграть. Вот это круто будет. Вот так. Бум. Так, теперь чего? Ага, теперь сюда. Теперь в другую зону надо ехать. И тоже выполнять в той зоне трюки. Блин, тупая миссия нахуй. Я сейчас еду на ведре. Вот реально ведро, а не машина, блядь. Ведро на колесах, ёпта. Ну чё, я в зоне. Ага, теперь надо ментов приманить и прыгнуть вместе с ними. Такси не хочу, это тоже не хочу. Вот это можно взять. Где менты? Вон менты, вижу.
Менты. Раз. Теперь надо прыгнуть вместе с ним. Отъебись от меня. Он хотел меня арестовать, было написано бастард. А я нихуя, блядь, не хочу. Надо прыгнуть там вместе с ментами. Гоним, 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 для прыжка разгоняемся. Прыгаем, прыгаем. Во! Вот так. Все, отлично. Вот эта миссия дерьмо. Я откровенно говорю, дерьмо. Все, переходим на следующую часть.